Всем большой привет, меня зовут Таня, и, кстати, обязательно улыбнись, потому что ты самая красивая. Итак, девочки, сегодня у нас с вами тренировка на стройные ножки. В этой тренировке в общей сложности будет 15 упражнений. Каждое упражнение будет длиться 45 секунд, а отдых между ними 15 секунд. Но если ты впервые на моем канале, то обязательно присоединяйся, потому что со мной уже сотни девушек приобрели себе самые крутые результаты. Если ты хочешь так же, то оставайся вместе с нами. Конечно же, подписывайся и не забудь ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые тренировки. Но если ты готова к сегодняшней тренировке, то я тебя, конечно же, приглашаю переодевайся. Не забудь про водичку и поехали заниматься. Итак, девчонки, мы начинаем, и первое наше упражнение – это перебежки вперед и назад. Исходное положение у нас стоя, взгляд перед собой, руки можно на бедра, либо же перед собой в замок, и мы делаем одну перебежку, а затем на ширине шага делаем вторую, то есть получаются перебежки вперед и назад. Следующее упражнение – прыжки ножницы плюс касание стоп руками. Исходное положение у нас стоя, руки у нас расположены вдоль тела, а ноги находятся на ширине плеч. Из этого положения мы начинаем делать прыжки, тем самым имитируя ножницы на обе ноги, то есть на два счета. Затем мы возвращаемся в исходное положение и касаемся рукой противоположной стопы. Следующее упражнение – прыжки плюс касание пола. Исходное положение у нас стоя, руки у нас расположены вдоль тела. Из этого положения мы делаем прыжок ногами и в нижней точке касаемся руками пола. Следующее упражнение – это доброе утро с махом ногой вперед. Исходное положение у нас стоя, руки расположены на бедрах, а взгляд перед собой, спина у нас прямая. Из этого положения мы наклоняем наш корпус до параллели с полом, затем возвращаем его и делаем мах ногой вперед. Затем снова наклоняем наш корпус, возвращаем его в исходное положение и меняем ногу. I'm catching feelings from all our dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we have vibe. It's been a while and such a ride, our stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that. Следующее упражнение – это обратные выпады поочередно плюс касание стоп руками. Исходное положение у нас стоя, из этого положения мы делаем обратный выпад, затем возвращаемся, меняем ногу, обязательно следим за тем, чтобы колени не выходили за носки. После того, как мы сделали выпад на обе ноги, мы делаем касание стоп руками, при этом следим за тем, чтобы спина у нас была прямой. It's
love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different room. Перекаты в боковом выпаде. Исходное положение. Ноги мы ставим максимально широко, руки сводим в замок перед собой. Далее мы начинаем делать боковой выпад и перекатываться с ноги на ногу. Также следим за тем, чтобы наше колено не выходило за носок, а спина оставалась прямой. Взгляд перед собой. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kinda suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Or yonder a type, but yeah, that's still my babe. Мах ногой стоя. Исходное положение у нас стоя, руки сомкнуты в замок перед собой, взгляд также перед собой. Опорная нога может быть слегка присогнута в колене. Рабочую ногу мы также сгибаем в колени и начинаем как будто бы что-то выталкивать, делать мах назад. Если вам сложно удержать баланс, то вы можете держаться за какую-нибудь опору. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. Отведение ноги в сторону и назад. Исходное положение у нас стоя, взгляд перед собой, руки сомкнуты в замок. Опорная нога у нас присогнута в колене. Рабочей ногой мы делаем отведение в сторону, а затем назад. Back of your car, we passed out counting stars.
after all this time. Перешагивание в полуприседе. Исходное положение у нас: мы принимаем полуприсед, сгибаем ноги в коленях, руки перед собой, взгляд тоже перед собой. Из этого положения мы начинаем делать перешагивание со стороны в сторону. Следующее упражнение – это круговой мах ногой лежа на локтях. Мы ложимся на локти, взгляд у нас перед собой, опорная нога у нас согнута в колене, рабочая нога у нас выпрямлена и может быть слегка присогнута в колене. Из этого положения мы начинаем от себя делать мах ногой. Последнее наше упражнение – это мах ногой назад, стоя на локтях. Становимся на локти, следим за тем, чтобы наши локти находились под плечевым суставом. Нога у нас находилась под тазобедренным суставом. Рабочая нога у нас выпрямлена, также она может быть слегка присогнута в колене. И из этого положения мы начинаем делать мах ногой вверх, при этом не касаясь пола, чтобы не расслаблять мышцы ног.
Ну что ж, красотка, я тебя поздравляю, ты сделала эту тренировку, и ты большущая молодец.